делала деньги, и вот так. У меня деньги, сумки, тачки. Да что мне дали эти ваши деньги? А, стоп! Свою долю денег я уже получила. Пойдем узнаем, сколько зарабатывают воронежцы. Кем вы работаете и нравится ли вам профессия ваша? Электромонтажник, конечно, нравится. А зарабатываете сколько? Много. Много? Но конечно. В цифрах. 14 500. Это для вас много? Конечно. Это большой плюс в вашей конечно. Работе? Да. А почему именно эта профессия? Потому что платят много. Скажите, кем вы работаете? Проектировщик. Нравится вам работа ваша? Нравится. А почему именно эта профессия? Ну, учился. Почему выбрал, не помню, уже давно это было. Хорошо, а сколько вы зарабатываете? Ну, не скажу. Ну, скажите, вы стесняетесь? Ну, может, коммерческая тайна, я же не узнавал. Кем вы работаете? И нравится ли вам ваша профессия? Да, очень, юристом. А почему вы выбрали именно этот? Престижно, хорошо, оплачиваемо, интересно. А сколько вы зарабатываете? Вот это секрет. Секрет? Конечно. Ну, это больше 100? Нет, меньше. Плюсы вашей работы? Независимость, незаменимость на рабочем месте, умение принимать решения и влиять на других людей. Кем работаете? Вам мою должность надо назвать? Да. Ну, главный просто. Специалист, эксперт отдела рыночных услуг. Скажите, вам нравится эта профессия? Да, конечно. А почему именно эта профессия? Ну, как у нас, мы же все учитываем, все считаем. Это воронежская статистика. Скажите, а я там 48 лет отработала, прям сразу после школы. А сколько вы зарабатываете? Ну, в среднем немного. Мы же госслужащие, а госслужащие мало зарабатывают. Меньше 100? Да ясно, господи. 20, 15, 25, вот так вот. Но вам все равно нравится? Конечно, нравится. Нравится, потому что и окружение, и очень интересная работа, и расчетами занимаюсь. Нравится. Да. Скажите, пожалуйста, кем вы работаете? Продавец. Продавец. А почему именно эта профессия? 25 лет стажу, работаю продавцом. Скажите, плюсы и минусы вашей профессии? Ну, нормально. Плюс. Плюсы, ребят. Много зарабатываете? Да нет. Сколько? 15-18 тысяч в месяц. Ну, вам нравится? Ну, а что поделать? Торговля есть торговля, это уже привычка. Кем вы работаете? Кем? Кем? Ну, обычный специалист. Почему? Ну, я в компании клиент работаю. Скажите, почему именно эта профессия? Ну, потому что по здоровью, поправляем свое здоровье. И людям помогаем поправлять свое здоровье. А сколько вы зарабатываете? Ну, хорошо зарабатываем, путешествуем, хорошо зарабатываем. Больше 100? Да, бывает и такое. За кем вы работаете? Ну, платно торгуют. Вам нравится эта работа? Очень. У нас хозяин очень хороший. А сколько вы зарабатываете? Ну как? В месяц? Я не знаю, мы 2 дня работаем, 2 дня. Иногда болею. Ну, так нормально. Водитель в поликлинике. Почему вы выбрали именно эту профессию? Потому что интересно, нравится. Просто нравится само по себе. Сколько вы зарабатываете? 25. На все хватает? Не на все, но хватает.